Приветствую всех зрителей программы «Фестиваль Манны». Мы находимся на ступенях Хульды, которые находятся на южной стороне Иерусалима, сразу за стеной Старого Города. А вместе со мной большая группа людей, которые приехали вместе с нами в тур по Израилю. Уже какое-то время я хочу проповедовать в этом месте, но постоянно забываю об этом. Потом я возвращаюсь через год, и все повторяется. Поэтому в этом году мы заранее запланировали поговорить с нашими партнерами о тайне, о которой многие не знают. Я забыл свой конспект в автобусе и решил проповедовать по памяти. Итак, многие люди не подозревают, что это произошло после распятия Иисуса. Речь идет о тайне трех дней и ночей, когда тело Иисуса было в гробу. Для начала давайте поговорим о том, что произошло во время смерти. В первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, в 23 стихе сказано, что мы — тело, душа и дух, триединое существо. Ясно, да? Поскольку мы — триединое существо, во время смерти с нами кое-что происходит. А именно, дух и душа отделяются от тела. У меня есть друзья. Они хорошие христиане, но они верят в сон души. То есть дух и душа засыпают в теле, когда человек умирает. Если человек похоронен в гробу, дух и душа остаются в гробу. Если человек был моряком и умер на подводной лодке, то его дух и душа остаются в океане. Основанием для такой веры является стих о том, что море отдаст своих мертвых. А еще, когда в Новом Завете умерла девочка, Иисус сказал, она всего лишь спит. Я не хочу сейчас говорить о том, спит душа или все же отделяется от тела, но самое простое доказательство — это слова Павла, где он говорит, «Отсутствовать в теле значит присутствовать с Господом». О Ветхом Завете сказано, что Авраам испустил дух. В английском переводе сказано слово, похожее на привидение, но это не так. В оригинале сказано, что Авраам испустил дух и присоединился к своим отцам. В Ветхом Завете «уйти к праотцам» означало не только быть похороненным на кладбище, потому что Авраам был похоронен в пещерах в Хевроне. Там он был похоронен вместе с Сарой. После там хоронили его детей, но до Авраама с Сарой там никто не был похоронен. Кто-то считает, что уйти к отцам — это уйти на кладбище, и ваши дух и душа спят там, но это не так. В Евангелии от Луки 16 главе рассказана история о богатом и нищем, которые умерли. Богач попал в ад. Кстати, это не притча, а реальная история. В аду богач мучился, он поднял глаза и увидел нищего на лоне Авраама. Если дух и душа Авраама все еще в могиле, как он мог бы вести разговор в особом месте под землей с богачом, чей дух и душа были в аду и с нищим? Еще сказано, что ангел отнес нищего на лоно Авраама. Еще раз замечу, что это не притча. А как-то я спорил с одним свидетелем Иеговы. Я проводил 11-недельное собрание пробуждения. Единственное место, где можно было поесть в том городке, был Макдональдс. Я ходил туда каждый вечер в течение 11 недель, и там был тот молодой человек. Он очень хотел спорить со мной об аде, и он повторял, «Луки, 16 глава, это притча. Луки, 16 глава, это притча». И он так говорил, как робот, одно и то же, одно и то же. «Луки, 16 глава, это не притча». Это реальная история. Из Писания хорошо видно, и я очень сильно сокращаю то, что я мог бы вам сказать на эту тему, что в момент смерти дух и душа праведного человека уходят. Ангел уносит их уже не под землю, об этом мы поговорим чуть позже, а на третье небо, в место, называемое рай. Об этом сказано во втором послании Коринфянам, 12 главе. «Когда вы умираете, ваш дух и душа покидают ваше тело». Зачем я рассказываю вам это? Сейчас мы перейдем к распятию Иисуса.
Библия говорит, что в третьем часу Иисус был распят, а в девятом часу Он начал делать свои последние заявления. Когда Он умер, Библия говорит, что Он испустил дух. В английском переводе 1611 года используется слово, похожее на привидение, но имеется в виду дух человека. Откуда же мы это знаем? На кресте Он сказал: «Отец, в руки Твои отдаю Дух Мой». А теперь вопрос. Куда отправился Дух Иисуса, как только Он покинул Его тело? Одни теологи скажут: «Конечно же, Он пошел на небо, где остался с Богом, а потом вернулся на землю». Но это не так. Ефесянам, 4 глава, 8 стих. «Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен». «И дал дары человекам». Что значит «пленил плен»? После этого на Пятидесятницу сошел Дух Святой, и Церковь получила дары. Дар апостола, пророка, учителя, евангелиста и пастора. 9 даров Духа из первого послания к Коринфянам. Это 12 глава, с 7 по 10 стихи. «А вошел», что означает «как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли». «Не шедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все». А затем речь идет о дарах для церкви, для совершения святых на дело служения. Дорогие друзья, будьте очень внимательны, потому что я хочу показать вам кое-что из Писания. Иисус сказал: «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Я хочу дать вам задание. Я не буду долго говорить об этом, иначе я забуду то главное, что хотел донести до вас сегодня. Изучите внимательно историю Ионы. Иона был выброшен с корабля, и мы думаем, благодаря многочисленным проповедям, что потом он 3 дня провел в животе у кита. Но все было совсем не так. Если вы внимательно прочитаете книгу Ионы, то увидите, что Иона упал в воду, и водоросли обвили его голову. И когда он начал терять сознание, он вспомнил о Господе и воззвал к Нему. Он говорит: «Я воззвал из чрева преисподней». Затем уже Иона молится из чрева рыбы. Иногда мы слушаем проповеди, но важно еще и заглядывать в Библию и просматривать эти стихи. А кому из вас нравится, что мы так детально разбираем Библию? Да, потому что, делая это, вы получаете настоящие самородки. Итак, вот в чем она, суть. Многим из вас будет тяжело это принять, но Иона утонул, и Бог послал рыбу, чтобы сохранить его тело 3 дня и 3 ночи. Он был в преисподней, потому что слушался Бога. А затем он молится, и Бог позволяет ему воскреснуть, и рыба выплевывает его тело на берег. Вам нравится это откровение? Замечательно. Смотрите, им нравится. Мы знаем, что кит может проглотить очень большие вещи, но когда Иона ожил в животе у кита, это было похоже на колики в животе. Надеюсь, вы за мной успеваете. Итак, он мертв, его тело в животе у кита. Кстати, многие ниневитяне были рыбаками. Я где-то читал, что некоторые из них поклонялись великой рыбе. Представьте себе, эти ребята рыбачат, и вдруг из воды поднимается большой такой кит. И они друг другу говорят: «Смотри, смотри». Они все смотрят, а из кита вылетает человек. Его тело, должно быть, было в язвах из-за желудочной кислоты. Он вылетает и кричит им: «Покайтесь!» О да, конечно. Это действительно хороший повод к покаянию. Ниневия была большой, но он обошел ее за день, потому что вы способны на многое, если побывали в аду и вернулись. Ваша жизнь становится другой. Иисус сравнил свою смерть и воскресение с Ионой в животе у кита. И в послании к Ефесянам мы читаем, что он сошел в преисподнюю. Если я начну вдаваться в детали, то нам вообще не хватит времени.
Но я хочу донести до вас, что до воскресения Иисуса праведные мужчины и женщины попадали на лоно Авраама. Там были разные отделения. Тартар — это греческое название ада. Во втором послании Петра, 2 главе, 4 стихе, сказано, что большая часть ангелов, которые взбунтовались вместе с сатаной, была связана в аду. На греческом это Тартар. То есть в Тартаре есть падшие ангелы. Греки считают, что это помещение под землей. Его еще называют Шеол, Аид и даже Гиенном, но сейчас не об этом. Гиенна — это название долины, над которой повесился Иуда. До распятия Иисуса все праведные люди попадали в место под землей. Их тела отправлялись в могилу, а дух и душа в преисподнюю. А Иисус сделал кое-что, и об этом почти никто не проповедует. Лучше сказать, что многие люди не понимают этого, потому что никто их этому не учил. Матфей писал, что после воскресения Иисуса на улицах видели много святых, которые уснули. А откуда они взялись? Они ведь не пришли с неба. Сейчас, после распятия и воскресения Иисуса, наши дух и душа покидают наши тела и идут в рай, согласно второму посланию к Коринфянам, 12 главе. Но так было не всегда. Помните, Иисус говорит, «Я иду приготовить вам место». Вот о чем Он говорил. Он сказал, «В доме моего Отца много обителей», то есть обители уже были построены. Вот вам разрушена еще одна традиция. Это написано в настоящем времени. То есть он не отправился туда с инструментами. Не хочется разбивать ваши иллюзии, но Иисус не работает сейчас с молотком и гвоздями. Бог создал весь мир за 6 дней, а над моей обителью Он работает уже 2000 лет. Нет, это вовсе не так. Новый Иерусалим существовал и во дни Авраама, потому что сказано, что Авраам искал города, чьим строителем и создателем был сам Бог. То есть Новый Иерусалим был всегда, и обители тоже. Иисус сказал, «Я иду, чтобы приготовить вам место». Речь идет о месте на небе, чтобы после смерти мы больше не опускались вниз, а поднимались наверх. Мы больше не опускаемся в чрево земли. Итак, Иисус сошел в преисподнюю, в то отделение, где находились праведники. Там был Авраам, Лазарь из Луки, 16 главы, Исаак, Иаков и все сыновья Иакова. О, если бы у меня было время, чтобы рассказать вам об этом! Время от времени те, кто были там внизу, получали вести о том, что происходит здесь. Откуда же я это знаю? Моисей и Илья появились на горе Преображения и рассказали Иисусу о его смерти. Откуда они это знали? Они говорили с ним о его смерти. Время от времени кто-то говорил, «Вы не поверите, я недавно умер. У нас там, в Иерусалиме, есть парень по имени Иисус, и он исцеляет всех направо и налево. Правда? Может, он и есть тот самый?» Люди умирали и рассказывали. Из Луки 16 главы мы знаем, что после смерти у людей сохраняется память. Они знали, что происходит на земле. А затем к ним попал Лазарь из Вифании. Он оказался близким другом этого Иисуса из Назарета. «Ты откуда?» — спросили у него. «О, у нас там есть человек по имени Иисус. Он был в нашем доме. Мои сестры хорошо знают его. Он настоящий Мессия. Он сказал нам, что он Сын Божий, тот, на которого мы можем положиться». Все собрались вместе и слушали. А Исаия говорит, «Я тоже могу рассказать вам о нем. Его поведут, как агнца на заклание». Давид говорит, «Да, ему пронзят руки и ноги». «Лазарь, расскажи нам, что он делает». «Я был с ним на Галилейском море и видел, как он может ходить по воде». А еще рассказывали, что он изгнал 2000 бесов.
бесов в свиней. И кто-то отвечает: «Да, я слышал какой-то визг в аду. Я понял, нечто случилось, причем странное». Вот Лазарь рассказывает и рассказывает им и говорит: «Кажется, я снова слышу его, он зовет меня». Бац, и дух Лазаря покинул рай и вернулся на землю обратно в его тело. Я уверен, что весь рай заметил это, и праведники начали радоваться. Но однажды земля начала дрожать, Иерусалим трясло, и Дух Иисуса спустился в глубины земли. Но сатана не знал его плана. В первый день сатана спросил у своих духов смерти и ада. Он все еще там? Да, он все еще там. На второй день сатана сказал: «Расскажите мне, он все еще на лоне Авраама?» Да, он все еще там. На третий день земля начала дрожать, и сатана спросил: «Рассказывайте». И смерть, и ад ответили: «Не поверишь, что произошло сегодня утром. Он был там и проповедовал». Они все радовались и ликовали, но вдруг мы услышали, как кто-то идет к воротам. Мы никогда раньше не слышали этих шагов. И князь тьмы, смерть и ад спросили: «Ты кто?» И услышали в ответ: «Меня зовут Победа. Я пришла за Иисусом». Затем дух смерти сказал сатане: «Ты не поверишь, что произошло этим утром. Он опустошил то место. Верхнее отделение полностью пустое. Что же это такое? Куда они все делись?» Иисус забрал все праведные души в рай. Затем Иисус пришел на Елеонскую гору. И затем он вознесся на небо. Дьявол думал, что это уже конец. Но потом он стал замечать, что ученики собираются в горницу. И он сказал: «Следите за ними. Кажется, они что-то замышляют». Но именно в день Пятидесятницы, когда все они были собраны вместе, с неба вдруг раздался звук, похожий на звук ветра. На них сошел Дух Святой, и они начали говорить на иных языках. «Это моя проповедь, я проповедую так, как хочу. Если меня смотрят теологи, то знаете, что я именно так хотел рассказать об этом». И вдруг князь тьмы и века сего увидел, что Мария куда-то побежала, а потом прибежали Петр и Иоанн и снова убежали. И он подумал: «Да что же такое происходит? О, у нас, похоже, проблемы». Почему? Потому что пришел Дух Бога Живого. То же помазание, что было на Иисусе, та же сила, что изгоняла демонов и исцеляла больных. Вы думали, что избавились от Него, а теперь у вас есть 120 таких же, как Он. А до конца дня их стало 3120, а до конца месяца 8120. Я хочу заявить, что в мире 600 миллионов рожденных свыше и крещенных Святым Духом, последователи Христа. И началось все со 120. Где-то в этом районе, в котором мы находимся сейчас, а 380 из них сидят сейчас вообще прямо здесь, вместе со мной. Простите за этот перерыв на хвалу. «Чему вы так радуетесь?» — спросите вы. А мы говорим не о похоронах. Разница между нашим Мессией и всеми остальными в том, что вы можете пойти на кладбище, где полно костей разных Мессий, аллилуйя, которые жили когда-то. Если вы представитель другой религии, то вы знаете, что ваш лидер мертв и гниет в могиле. А я в Иерусалиме, и когда я вхожу в ту гробницу, на ней написано: «Никого нет дома». Его здесь нет. Он воскрес. Слава Богу и аллилуйя. О, как же я рад! Может, меня выгонят отсюда, но я успею закончить это послание в силе Духа Святого. Итак, Иисус вышел из могилы и вывел также других святых. Вот что значит «пленил плен». Аллилуйя, аллилуйя и снова аллилуйя. Затем он ушел на третье небо, и теперь, когда мы умираем,
Нам не нужно опускаться в преисподнюю, в глубины земли, как это было 4000 лет, потому что Иисус приготовил место для нас у Отца Небесного. По этой теме есть очень много информации, потому что в ней много тайн. А вот одна из них. Когда Иисус сказал Иоанну в книге Откровения: «Я тот, кто был мертв, жив во веки веков, имею ключи от ада и от смерти». Вот как он их получил. Ключи — это символ власти. А если вы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, то у вас есть вечная жизнь. Но вам нужно еще и пребывать в Нем и постоянно следовать за Ним. А если у вас никогда не было отношений с Ним, мы не говорим о религии или о религиозном ритуале. Мы говорим об отношениях. Мы говорим об отношениях один на один с Богом. Вы можете заполучить их прямо сейчас. Вам даже не нужно идти в церковь, чтобы покаяться. Вы можете сделать это сами. Пусть это будет только между вами и Господом. Если у вас еще нет отношений с Иисусом, то начните их, потому что Он один, Спаситель вашей души и Господь. А еще у нас есть особое предложение. Как вы знаете, благодаря этому наша программа остается в эфире. Эти материалы обязательно благословят вас. Поэтому смотрите и слушайте, и обязательно досмотрите до самого конца, потому что я расскажу о новых местах, которые мы посетим вскоре. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Вы помогаете мне проповедовать. Здравствуйте, это Перри Стоун, и у меня важное объявление для вас. Теперь вам доступен международный пророческий саммит. Лучший саммит, в котором я когда-либо участвовал. Он доступен на аудиодисках и DVD. Там вы найдете 11 посланий от меня, Билла Клауда, Марка Билдса и Джоэла Ричардсона. А вот как называются некоторые из этих посланий. Открывается ли сейчас книга с семью печатями? Притча о смоковнице и что она означает для Америки? Что бы сделал Иисус во время этой гражданской войны? Библейский ответ на пришельцев и НЛО. Я поделюсь словом под названием «Новая зеленая сделка» и ее экономическое влияние на вашу семью. Еще одна проповедь называется «Слово для Америки» из пророчества Аввакума. Другое слово называется «Который сейчас час». Билл Клауд шокировал публику посланием под названием «Берегитесь, РФ РАФ». Я также поделюсь словом под названием «Отвечая на трудные апокалиптические вопросы, на которые никто не отвечает». Затем Марк Билдс поделится словом «Иеремия, пророк для наших дней». Закончу посланием «Должны ли вы готовиться к переходу Пелла?» Я хочу сказать вам, что это слово на сейчас. Оно пророческое. Оно отвечает на вопросы. Вас ждут новые версии посланий. На передаче вы видите лишь 20 минут послания, а я проповедую еще 40 минут. Кроме того, мы не показываем на передаче послания наших спикеров. Иногда их информация направлена лишь на определенных слушателей. Ее не примут, если ее выложить в соцсетях. Я расскажу вам, как получить этот цикл. Если вы хотите получить сборник из аудиодисков, то заказывайте предложение 21 PS CD за $65. Если же вы хотите заказать DVD, то я советую вам заказать его. Тем более, что Марк Билдс всегда дополняет свои проповеди иллюстрациями. Для этого заказывайте предложение 21 PS DVD за $95. Вот как вам сделать заказ. Вы можете позвонить по номеру, который видите на экране, или зайти на наш сайт, чтобы сделать заказ через интернет. Вы также можете отправить нам чек по адресу, который указан на экране. Не забывайте, что ваши деньги идут на служение «Голос евангелизации», чтобы фестиваль «Манны» и дальше мог выходить в эфир. Мы живем в величайшие пророческие времена. Мы стали свидетелями битвы двух царств. Вы сможете вооружиться как следует лишь в том случае, если вооружитесь откровением и истиной Божьего Слова. Советую вам позвонить, посетить наш сайт или написать нам прямо сейчас. Пусть Бог благословит вас.
Обратите внимание на новые города, которые мы посетим в следующие несколько недель. Друзья, невозможно переоценить важность приобретения следующих учений с пророческого саммита этого лета. Для телевидения мы редактируем учения. Я лично прошу монтажера вырезать какие-то куски при компоновке выпусков. Вам жаль, но простите меня, я не изменю это. При отборе видеоматериала на телевидении нужна особая мудрость. В учениях на конференциях мы говорим все открыто, и это моя родная публика. Но мы не вещаем такие вещи в телепередаче. Мы поступаем правильно. Давайте будем мудрыми, как змеи. Есть места, где мне сказали, вас смотрят и уменьшают громкость, когда им что-то не нравится. У себя дома вы сможете посмотреть версии служений без монтажа. Это режиссерская версия нашего саммита. Здесь 11 проповедей. Мы хотим, чтобы у вас было это учение, потому что некоторые из них изменят вашу жизнь. Также они помогут вам понять время, в которое мы живем. Сыны Иссахара были людьми, понимающими время. Бог открывал им то, что нужно было делать Израилю. Это данные о том, что станет будущим с нами и как нам поступать. Пожалуйста, закажите весь набор. Здесь вы увидите множество важных иллюстраций. Ну а теперь послушайте график наших предстоящих поездок. Заходите на наш сайт. Иногда места поездок меняются. Мы хотим, чтобы вы знали, куда именно мы поедем. Итак, мы приедем в церковь Дом Свободы в Ковингтоне. Это произойдет 14 ноября 2021 года. Церковь Дом Свободы в Ковингтоне. Жители Ковингтона, мы никогда не проповедовали у вас. Собрание будет в воскресенье, так что присоединяйтесь. Мы будем проводить собрание в воскресенье вечером, а затем мы посетим общину Его Церковь. Это Оуэнсборо. Опять-таки, для нас это новый город и совершенно новая церковь. Мы будем служить там 21 ноября 2021 года. Христиане из Оуэнсборо, ждите нас. Мы стараемся посещать такие регионы, где мы никогда еще не были. На носу Новый год. Мы приедем к тем, у кого мы уже бывали, и проведем конференции с пятницы по воскресенье. Мы приедем к новеньким и будем служить по тому же графику. Не забудьте, в конце марта фестиваль «Воин». Он будет в этом месяце, в марте. А в июне пророческий саммит. Запланируйте приехать к нам в это время. Ссылка на мой сайт видна на экране. Там есть магазин, полезные сведения и график наших поездок. Заходите. У нас есть страничка в Фейсбуке, куда мы загружаем по 2 видео в неделю. Пожалуйста, не забудьте, каждый первый вторник месяца я проповедую в духовной школе «Рэмп»